Биткоины и токены захватывают мир. В ближайшем будущем мировым лидером по добыче криптовалют может стать Грузия. По данным глобального исследования, проведенного Кембриджским центром альтернативных финансов, уже сегодня 4-миллионная постсоветская страна входит в тройку мировых лидеров по расходованию электроэнергии на майнинг, опередив тем самым даже США и Канаду. Залог успеха – дешевое электричество. В результате многие местные жители готовы оставить традиционные занятия ради высоких технологий, поддавшись общемировой криптолихорадке. Что значит майнинг по-грузински? Кто стоит за большим бизнесом? И могут ли реки, леса и горы продаваться за биткоины? Разбиралась наша коллега Марта Ардашеля. Такой Грузию представляет себе абсолютное большинство иностранцев. Те, кто слышал об этой постсоветской стране или даже побывал в ней, рисуют стереотипную картину сказочного места, где всегда произносят тосты, танцуют и вкусно готовят. Но одним вином сыт не будешь. Такой Грузия стала за последние 3 года. Страна, не обладающая источниками полезных ископаемых, делает ставку на высокие технологии. По неофициальным данным, каждый 10-й грузин в городах и даже в селах занимается добычей криптовалют. В результате чего Грузия уже достигла лидирующих позиций на мировом рынке. 3-е место после Китая и США. В тройку лидеров Грузия вырвалась в основном благодаря компании Bitfury. На окраине грузинской столицы, на территории свободной индустриальной зоны, в 2014 году компания построила обширную ферму по добыче биткоинов. Проект обошелся в 60 миллионов долларов. Часть средств Bitfury заняла у инвестиционного фонда, принадлежащего экс-премьеру Грузии Бедзине Иванишвили. Несмотря на то, что долг вскоре был выплачен, разговоры о том, что за этим бизнесом стоит самый богатый грузин планеты, актуальны до сих пор. Никогда Иванишвили не был нашим партнером или акционером нашей компании. Ни в прошлом, ни тем более сейчас. В 2013 году, когда биткоин стоил 180 долларов, инвесторы заинтересовались условиями грузинского рынка. Ни для кого не секрет, что в нашей стране можно за час зарегистрировать компанию, открыть счета и получить код налогоплательщика, а теперь уже и осуществлять любые транзакции. Отсутствие коррупции и каких-либо регуляций в сфере криптовалют привлекли компанию Bitfury в Грузию, а никакой не экс-премьер. Но грузинская оппозиция этим доводам не верит. Здесь заявляют о коррупции национальных масштабов. Последний скандал связан с ростом цен на электроэнергию аккурат под Новый год. Критики власти убеждены, за успешную добычу биткоинов для господина Иванишвили теперь платит весь грузинский народ. Территория, где мы сейчас находимся, всего за 1 лари в 2015 году перешла в собственность компании Бедзине Иванишвили. 17 гектаров земли по решению правительства Грузии получили статус свободной индустриальной зоны. А это позволяет им избегать уплаты всех налогов. Ни один лари от этого бизнеса не поступает в госбюджет страны. Да, это дорогие картины, кстати. Бедзине Иванишвили – человек загадочный. Его имя в Грузии уже многие годы знает каждый. Ведь он баснословно богат. Но в публичном пространстве Иванишвили появился только в 2011-м. Его партия «Грузинская мечта» смела всю политическую элиту Грузии, одержав триумфальную победу на парламентских выборах. Не прошло и 2 лет, как миллиардер формально отошел от власти и вернулся в тень. С тех пор он старается не появляться на публике. В редких интервью Иванишвили без стеснения признает, что дает советы действующим лидерам страны. И для кого не секрет, что он остается не только самым богатым, но и самым влиятельным человеком в Грузии. Правда, документально доказать его причастность к добыче криптовалют пока никому не удается. Этот майнер из 6 карт памяти добывает 500-600 долларов в месяц. Расходы на электроэнергию в месяц составляют до 30 долларов. Грузинская мечта Вахтанга Гугухи – разбогатеть на криптовалюте. В его небольшом офисе нет свободных мест. Здесь всюду расставлены так называемые майнеры, которые круглосуточно добывают для молодого предпринимателя виртуальные деньги. Компания, в которой заняты 15 человек, выпустила первую грузинскую криптовалюту «Золотое руно». Цена одной единицы колеблется от 8 до 10 центов. Осуществить покупку на данном этапе можно только в биткоинах.
Приобрести первую грузинскую криптовалюту, золотое руно, можно на трех биржах. Будущие несколько месяцев мы намерены разместить ее еще на трех биржах. Что же касается добычи эфира, то за три года мы намерены увеличить объемы с 1 до 20 мегаватт. Проще говоря, на эти цели нам понадобится инвестиция размером в 2 миллиона долларов. О том, чтобы разбогатели все грузины, решила позаботиться политическая партия Гирчи. Здесь намерены создать собственную криптовалюту и распределить ее среди граждан страны, а также создать альтернативный публичный реестр и провести альтернативную приватизацию замороженных государственных активов. Пока лидер партии рассказывает нам о своей новаторской концепции, его соратник Ачико привычно выходит поработать на террасу, открывает ноутбук, разрешает веб-странице партии использовать мощность компьютера для выработки криптовалюты. Позже небольшая сумма зачислится на электронный кошелек Гирчи. А лидер партии тем временем продолжает рассуждать о прибыли для всех. В нашей стране живут люди, которые считают, что продажа ряда ресурсов недопустима, что мы должны сохранить их для потомков. Они против того, чтобы некоторые стратегические объекты находились в частном владении. С другой стороны, есть люди, которые просто умирают с голоду, и мы хотим им помочь. Дать им в руки определенное количество криптовалюты, которые они смогут продать или обменять. То есть обладатель виртуальной суммы сможет приобрести объект, который находится в госвладении и который запрещен к продаже. Например, леса, реки, все что угодно. Свой путь к дополнительному заработку без вмешательства и уж тем более без помощи политиков несколько месяцев назад нашел юрист Торнике Даджани. Каждый вечер, вернувшись домой после длительных судебных слушаний, он первым делом проверяет работу своей небольшой фермы. Затея добывать популярную криптовалюту эфир в прихожей собственной квартиры окупилась вдвое быстрее, чем Торнике мог надеяться. Прошлогодний бум многих осчастливил, в том числе и меня. Я уверен, что в этом году криптовалюты станут еще популярнее, повысится уровень информированности людей по всему миру. Мой совет – не вкладывайтесь в сомнительные криптовалюты, вкладывайтесь в проверенные. Я уверен, что в будущем технология дойдет до такого уровня, что не будет необходимости в майнинге путем подобных устройств. Добыча криптовалюты будет возможна посредством, скажем, мобильного телефона. Какую реальную долю грузинской экономики составляет майнинг, неясно. Эта сфера в Грузии не регулируется. Так что, конечно, есть определенные риски для участников рынка и будущих инвесторов, которые предпочитают заранее знать о правилах игры. Наши попытки получить официальный комментарий от Министерства экономики Грузии завершились безрезультатно. Очевидно, что на данном этапе официальный Тбилиси, который ориентирован на привлечение инвестиций в страну, чинить препятствий предпринимателям не будет. Простота ведения бизнеса и тариф на электроэнергию, который в два раза ниже, чем в развитых странах, сделали майнинг Грузии привлекательным не только для инвесторов, но и для местных жителей. Наша съемочная группа также задумалась над тем, чтобы завести себе небольшую ферму. Но все стороны этой криптовалютной лихорадки предупреждают, разбогатеть на этом деле можно так же легко, как и потерять все вложенные деньги. Марта Ардашеля, Лаша Чонгхадзе, Тбилиси. Специально для RTVI.